Всем привет! С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы с вами на футболе. Этот футбол вас точно не разочарует. Точно так же, как и наша работа. Ну, по крайней мере, мы постараемся. Сегодня встречаются самарские крылья Советов с Ростовом. Все готово к началу поединка. Вратари в воротах, футболисты на поле, болельщики на трибунах. Готовые комментаторы, в общем, все на своих местах. Лучшего момента, чтобы начать этот матч, придумать тяжело. Игра началась, смотрим. Это, конечно, не стандарт, но и из аута можно извлечь выгоду, особенно так близко от чужой штрафной. Кристиан Нобуа. Александр Ерохин. Ковачев. Александр Ерохин. Это может быть опасно. Удар! Опасно! Мяч за лицевой. Это значит удар от ворот. Какой-то, знаете, между собой. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Опасно! Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Хорошая игра головой. Мяч остается у них. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Ковачев. Сердар Азмун. Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Может получиться интересная атака. Тимофей Ковачев. Александр Ерохин. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Это может быть опасно. Александр Ерохин. Кристиан Нобуа. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Ибрагим Цалагов. Адис Яхович. Яченко! Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Отлично сыграно, надо решать. Защитник хорошо разобрался, не дал пройти этому навесу. Этот навес становится легкой добычей защитника. Потеря, все, в оборону. Есть варианты развития атаки. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Александр Ерохин. Да, это совсем не точно. Александр Гацкан. Из этой атаки может получиться что-то стоящее.
Опасная передача, но и защитник не дремлет, перехватил этот пас. Жозе Натсо. Милан Родич. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестяще. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Ибрагим Цалагов. Тут может что-то получиться. Вышел мяч в аут стараниями защитника. Кудряшов. Нобо. Две минуты добавляет судья. Это может быть опасная атака. Уходят команды на перерыв. Говорим об этом буднично, потому что очень будничный нулевой счет. Ну что, пока равная игра, явного перевеса нет и каких-то откровений, как мне кажется, не предвидится. Что скажешь, Константин? Георгий, я с тобой абсолютно согласен. Мне кажется, пока все по делу и по итогам первого тайма ни одна из команд на победу не наиграла. Дорогие друзья, если вам нравится данный контент, просьба помочь, кто чем может. Хотя бы рублей 20-30. Пожалуйста, не проходите мимо. Помогите, пожалуйста. Команда уже на поле, и второй тайм начался. Нарушение правил. За такое судья может и карточку показать. Желтую карточку показывает арбитр в этом эпизоде. Ну, смотрите сами, это штрафной, железный штрафной. Ну, здесь у арбитра не было никакого выбора. Никто бы не понял, если бы он сейчас не свистнул. Спокойно выбивает мяч далеко в поле. Александр Ерохин. Сердар Азмун. Пока неплохо. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Ковачев. И этот штрафной может быть очень опасный. И здорово играет защитник. Терпеливо ждут они своего шанса. Милан Родич. Игрок уже готов выйти на поле. Остается только дождаться паузы в игре. Атака остановлена, но кто получит мяч? Замена сейчас произойдет. Все здоровы, так что замена, видимо, тактическая.
Посмотрим за этой атакой. Угловой, шанс выйти вперед. Ну так, плохенько был разыгран угловой мяч у соперника. Аут. Александр Ерохин. И пошла передача. Неплохой перевод мог получиться, но защитник накрыл. Это угловой удар. И играть еще полчаса. На пару решили разыграть эту комбинацию. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Александр Ерохин. Ждем судейского свистка, замена готова. Игрок стоит уже на бровке и ждет выхода на поле. Яченко! Милан Родич. Ибрагим Цалагов. Это может быть опасно. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Адис Яхович. Вратарь намертво забирает мяч. Александр Гацкан. 20 минут осталось играть. Кристиан Нобо. Равенство по владению мячом. Да, и сам матч смотрится весьма равным. Александр Гацкан. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Великолепная игра в пас. Опасная подача, но защитник на месте. Азмун! Пенальти! Матч остановлен, и сейчас произойдет замена. Он обязан был забивать с пенальти, он и забил. Тут все сделано как надо. Хорошее исполнение пенальти, качественно и уверенно пробил игрок. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз. Долго ждали болельщики этого забитого мяча. И, наконец, дождались. Иван Таранов. Это замена по позиции? Думаю, это решение давно напрашивалось.
успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Кристиан Нобо. Это может быть опасная атака. Иван Таранов. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Бездарная атака получилась. Теперь надо снова отвоевывать себе мяч. Действительно, здесь есть небольшой офсайд, так что арбитры правильно разобрались, да и момент был не самым опасным. Удержать победный счет или его увеличить? Тут разные могут быть тактические варианты, в том числе и замены. Сердар Азмун. Это может быть опасно. Сердар Азмун. Удар! Опасно! Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Четыре минуты. Ничего себе. Четыре минуты. Это много. Последний шанс сравнять счет. Такими передачами только смешить оборону. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. И пошла передача. Великолепное исполнение паса. Вот и конец матча. Скромная победа 1-0. Он провел хороший матч, просто здорово смотрелся, я бы сказал. Отлично он сыграл. Кстати, забил решающий гол. Это так, напоминание. Ну, я думаю, что и тренеры, и болельщики все должны быть довольны сегодняшним результатом.